Микрофон теряю каждый раз. Хотя вроде отдаю одни и те же руки. Немножко бы напутали, но ничего. Страшно. Приходите, будем вместе танцевать дружеский стиль и другие танцы. Вот мои друзья, я когда составляю программу занят, а ладно, какие заранее спрашивают, какие будут танцы. Ну, говорю, вот тут, то-то. А жизнь художника. И в самом деле я подумала, мы давно не включали программу «Жизнь художника». Может быть, кому-то надо напоминать, а может быть, кому-то не надо. Дорогие друзья, вы приглашите друг друга, а я вам, чтобы не волновались, скажу, напомню, что такое жизнь художника. По кругу, будьте здоровы. Жизнь художника. Сейчас, пожалуйста. Пожалуйста, круг, долго вы собираетесь. Жизнь художника – ментальность непонятная толпе. Вальс художника – мечтание, поиски себя в себе. Жизнь художника – беспечность, отрешенность и гульба. Вальс художника – как вечность. Вальс художника – судьба. Дорогие друзья, у нас сначала 4 вальса раздорожки, а вот когда мы, да, 2 вальса, балансы к сердцу, дамский лимон, сердимся по очереди, сначала дамы, потом крутимся кавалеры, один поворот, один тур, танец со сменой партнеров. И дама уходит вперед, а кавалер поворачивается и ждет даму, которая подойдет по линии танца, с перехода. Итак, вальс «Жизнь художника». Вот тут почему у нас такое распаление? Проходка. Обводка дамы. Вальс. Балансет сердцу. Алиман. Дама отворачивается, только дама. Ложимся. Кавалера поворачивается. Один поворот, и дама пошла вперед в прогрессе. Снова партнером дорожка. Обводка. Вальс. Балансе к сердцу. Дамский лиман.